Всем привет, доброе утро. Я себе кофе делаю с утра. Дети спят, Сережка уже на работе. Похолодало у нас так знатненько. Плюс 19 всего лишь с утра. То жара такая стояла, то теперь прохладно. Ну, мне такая погода больше нравится. Снова здрасте. У вас один миг, а я уже отработала. Ой, прочитала комментарии. Просите меня, несколько комментариев было сырника в рецепт. Я уже, по-моему, где-то говорила. Короче, на 600 грамм творога. Сейчас, чтобы точно быть, быстро расскажу. Когда часто делаешь, в голове держится рецепт. Когда редко, забываешь. Да, 600 грамм на 600 грамм творога, сахара 3 столовые ложки, яйца 1. Одно яйцо, если крупное, если мелкие, то парочку можно. Манной каши, крупы 5-6 столовых ложек и ванильный сахар 15 грамм. Я обычно заколачиваю и оставляю еще, чтобы манка разбухла. 5-6 столовых ложек, это в зависимости от творога. Если более сухой, то 5 ложек хватит. Если он такой жидковатый, то 6 тогда лучше. Ну как жидковатый? Жидковатый вообще не годится. Ну, может, чуть-чуть не такой сухой. Так что вот так вот. А я прибежала, я сейчас убегаю. Убегаю в магазин с Викой, что-то надо купить с продуктов. И все, сегодня я сказала, не буду готовить ничего. Я так устаю. Я пойду куплю кваса, рыбку солененькую. И папа будет у Юры делать машину, а я с ними посижу. Попью кваса с рыбкой. Вот, думаю, на супчик что-то купить. Что еще? И что-то сейчас придумаем, что еще на второе. Только пришли домой с Викой, у нас это, вечерняя готовка, ночная готовка, да, 11 часов. Сейчас решили хотя бы эти оладушки с кабачка сделаем и супчик сварим. А утром еще приготовлю, что я утром еще приготовлю? Подливку. Подливку. Пюрешка. Да, пюрешка же есть. Ну, да? Пюрешки. Да, и будет мальчишкам что кушать, бо Вика уходит завтра на девичник. А пацаны наши остаются дома. И надо, чтобы они что-то ели. Симонечка, моя любименькая девочка. Боже, какая она у нас умняха. Какая жена классная, родная, любимая и золотая. Хочу рассказать вам прикол. Пришли домой, как смеялись, а на столе стоит тарелка с подладушкой. Ой, с подсырников, да. Вот, и этот. И мы заходим, и Сережа открывает эту крышку. Ну, мы накрыто, где эти сырники. И говорит, ой, чей же это сыночек съел сырники, тарелку оставил на столе. Я говорю, сыночек, это так-то твой. А он говорит, не, моя дочка, сыночек твой. И тут Вика такая заходит, говорит, я вас тут это огорчу немножко, это я тарелку оставила. Я такая говорю, да, хотите прикол? Я такая говорю, а, ну да, твоя дочка. Переобулась в воздухе. Ой, господи, на ходу. Так смеялись. И папа такой разочарованный пошел. Не, он не Ну да, но все равно, я имею в виду шуточно разочарован. Вот это такой у нас прикол был. Посмеялись мы, конечно. Вот такие оладушки получились. Я морковки туда чуть добавила. Не надо было. Не, ну вкусно, но все равно без морковки лучше. И так вот у меня уже супчик почти готов. Осталось рис докинуть. Сейчас еще поварится немножечко. Все. И подливку утром приготовлю. Все. Сегодня иду отдыхать. Сейчас доварю суп и отдыхать. Утром встретимся. Новый день. Утро. Я проспала. Вика бегом сделала нам кофеечек. Доброе утро, папунь. Этот. Пытаюсь успеть еще сделать подливу. Да, хорошо ты пытаешься.
Нет, я ж это. Так а что ты его дергаешь? Пускай себе. Ты ж нет. Я нарезала и пошла мыться. Отца помешала два раза и уже хорошо ты пытаешь. Иди отсюда, слышь ты. Козявка, блин. А то абрикосы, я смотрю, уже у нас на дереве. Наверное, вкусненькие. Погода, фу, у меня ноги крутят да нельзя просто. С утра уже встала и прям такая неприятная. Выкручивает прямо. Что еще будет меняться, я не понимаю. Поставила уже подливку. И все, я умываю руки. Да, Сима? Да, мамка на работу побежала. Ох ты, мои сладости такие, масенькие сладости. Ласковая неженка наша. Ох, такая радость. Ой, опаздываю на работу. Проспала сегодня голову. Думала, успею все помыть, подливу сделать. Нет, только успела подливу сделать. За полчаса у меня было времени всего. А уже дальше сами приготовят, Вика. Чи макароны, чи что-нибудь. Я все, я на работу. Часы у нас проверим. Уже... А? Часы проверим. У нас уже поздненько, вечер. Вечер не снимала после работы, у нас были гости, мои сотрудники, поэтому вот так вот. Назар готовит себе ужин. Естественно, что мне еще делать? А что там, нету колбаски, не правда? Да, нет. И попробуем. И хлеб закончился. Никто мне не сказал, когда я шла с работы, что надо хлеб я купить. Папа, ну, папа не сказал, папа забыл. Забыл, наверное. Бывает. Выровняйся. Ну, так ставь же микроволновку. Это все, что у нас осталось от стола праздничного для гостей. Ложка макаронов. Сына, ты бы уже их доел бы. Ну, так я осталась ни туда, ни сюда. Симулька, девочка моя, моя бусечка. Не, я сейчас пересяду. Сыночек, может, доешь уже макароны? Что, правда? Это красиво, дай мне любоваться. А вот эти? А эти? Да. Это чужие. Какие чужие? Не знаю, чьи-то. Вот это чудит. Не мои. И у меня. У Вики сегодня был стиль 90-х, вон она накрашена. Ну, уже волосы, конечно, не видно, как было. Но у меня есть фотки, где было прикольно. Прям такая она. Кудряха. Да? Ты уставшая такая, да, Дотя? Устала эмоционально. Вика сегодня была на... намоталась, да, на девичнике была. Папа говорит, помогал тебе раскручивать. Да, не успевала. Такая грустненькая моя гусечка. А я думала, тут трубочки, чтобы этот, чтобы мохито пили. Не, так, да, остались же. Она, Вика брала и на волосы, и на... А то я, она спросила у меня, то есть, а где ты трубочки положишь? Тут в комоде. Открываю комод, потому что хотела в трубочке какие-то, как говорится, открываю, а там ничего нету. Захожу к Вике, а там все трубочки порезанные. Я думаю. Ну, потому что она брала, я ее просила взять, помимо того, что она на голову возьмет, еще и для, ну, чтобы дома были трубочки. Поэтому Вика взяла с запасом. По-моему, там уже твой сыр перерасплавился. Нормально. Точно? Ну, смотри. Нет, точно. Ладно, все, 10:30. Кому кушать, а кому спать уже пора. Нет. Да, сына, ну ты посмотрела, оно же расплавилось. Зачем ты дальше ставишь? Конечно. Сына. Это все шутки, это пранк. Очень смешной пранк. Ну, посмотри. Смотри, видишь, ничего не расплавилось. Расплавилось все. Где? В тарелке. Вот, смотри, видишь, не расплавилось. Здесь угу. Верхушка. Да, конечно. Да, посмотри, вот, нет, ничего не расплавилось. Вот, смотри, тут ничего не расплавилось по бокам. Угу. Ладно, все, Дочь, сиди. Я заканчиваю. Все, всем пока.
На этом все. Всем пока, сыночка. Пока. Пока, да.